2014-го я получала огромное количество сообщений с вопросом, почему я не еду на Донбасс. Я Диана Панченко, ведущая незаконно закрытого Владимиром Зеленским канала News One. И я на Донбассе. Эти годы я пыталась организовать такую поездку, но в условиях цензуры и постоянного давления это было невозможно. Зачем я здесь? События на Донбассе освещают российские СМИ гораздо реже. Европейские, украинские – никогда. Сюда не приедут Анджелина Джоли, дипломатические миссии, вояж европейских чиновников. Хотя здесь, так же как в Киеве, Харькове, моем родном Николаеве, гибнут мирные люди. После 24 февраля я практически все время находилась в Киеве и знаю точно, там уверены, Украина вернет Донбасс. И мы обов'язково повернемо наших людей та наші території. Донбас – це Україна. Луганськ – це Україна. Обе территории наши, они должны вернуться. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени. Что об этом думают здесь? Чтобы местные жители хотели сказать людям из Львова, Одессы и Киева. Не считают ли они 24 февраля ошибкой? Количество смертей среди гражданских выросло в разы. Инфраструктура разрушена, воду дают по часам. Практически каждый день Донецк под обстрелами. И сейчас ситуация тупиковая. И я не хочу больше спрашивать у политиков, полевых командиров, генералитета, что делать дальше. Я хочу задать эти вопросы обычным мирным жителям Донбасса. И в первую очередь я хочу, чтобы их услышали там, откуда я буквально недавно приехала. В когда-то, а может и до сих пор, родной для них Украине. Сейчас я нахожусь в самом горячем районе Донецка, по иронии судьбы, называется Киевским. И здесь очень пахнет порохом. Идут по всему городу, уже не знаешь вообще, по всем районам, так что страшно вообще. Обстрелы, на работу ходить тяжело, неизвестно, какой район прилетит. По людям, по школам, по садикам, по жилым домам, это нормально? Цитирую сообщение с телеграм-каналов украинских. Труха – очень популярный украинский телеграм-канал под офисом президента. Орки снова обстреляли оккупированный Донецк, обвинили в этом ВСУ. Кровавые провокации Русни продолжаются. Следующее сообщение. Еще одно видео из Донецка. Расисты убивают жителей города, обвиняя в этом Украину. Еще одно сообщение. Опять орки сами себя обстреляли. Давайте просто спросим у людей, кто кого обстреливает. В украинских СМИ сообщают о прилетах в Донецк, но каждый раз сообщают о том, что это Россия обстреливает Донецк. ДНР обстреливают. Да, многие люди, кстати, даже из ДНР, они в это верят, потому что, ну, грубо говоря, ты сидишь у себя дома и слышишь выхлоп и прилет. Ну, как такое может быть? Но если хотя бы додуматься, хоть ну, чуть-чуть пошевелить мозгами, можно как бы посмотреть и подумать, с откуда могут обстреливать. Тут даже до мест обстрела Донецка тут не так уж и далеко. И в населенном пункте, из которого ты говорил, что там недавно был прилет, расскажи. Возле моего населенного пункта как раз-таки располагаются военные. И из-за этого, что слева, ну так, если по карте, что слева, что справа, считай, я окружен военными. Из-за этого, то есть пытаются как бы попадать по нашему району. Допустим, у нас служба МЧС недалеко от моего дома. Туда тоже был прилет. И пострадали вроде бы четверо человек, один умер. Просто в спальне. Ну как, там, где одел, там, где спят люди после работы. Вот эти, которые на дежурстве и так далее. И, естественно, этот цех, грубо говоря, он тоже пострадал, потому что там начали располагаться военные, даже без никакого там спроса, просто зашли и все. То есть они не заботились ни о людях живущих, которые им сказали, они сделали все. Ну и то есть туда прилетели химарсы. Ну, это было очевидно. Ты научился когда отличать прилеты и отлеты? Еще в детстве. У
Летом стали бомбить наш поселок, Кировский район, сильно. Мина летит столько, высота 9 километров максимум. А сейчас обстреливается всего. Там ни одного живого дома нет. Все дома разбитые, дырки. Как вы здесь живете? Мы здесь всего день. И, честно говоря, потому что вы только один. А если бы вы прожили здесь 8 лет, вы бы привыкли точно так же. А вот улыбаетесь. Где вы берете эту стойкость? Понимаете, больше всего достается районам, которые больше к границе. Киевский, Куйбышевский, Кировский район, Петровка, там вообще уже ничего не осталось. У нас вроде бы как чуть-чуть потише пролетает, но изредка. Поэтому как-то вот держимся. Да, другой раз бывает, что и плачешь, и все, потому что все это жалко людей, которые погибают. И дети, и взрослые, и все. Ну а куда деваться? Выезжать, я считаю, что это не способ. Ну а что? Все здесь бросят, ехать кому, но где-то будет. В Украине люди верят, что Россия обстреливает. Я так не думаю. Потому что вот у меня точка живет. Вот она себе выбрала раз под фильм. Ну, не совсем другой взгляд. Чем у вас? Да. Общаетесь, кстати? Да, общаюсь. Там внуки растут. А я их не вижу ничего. По скайпу то увидишь и все. Вот а что же мы вообще? Кошмар. Ну, кошмар. Просто обидно еще и за то, что они нас не понимают. Я понимаю. То есть действительно прям прослушивала? Ну, вот спрашивала девушка, я говорила, конфликт бы, вот если бы не дочка старшая, что она ей мозги вставила, она начала общаться. А так она на меня обиделась, не хотела. Вот что вы, здесь у тебя внуки, ты должна за внуков переживать, а не за то, что... Ну, а здесь что, не дети? Я считаю, ребенок это, несмотря, это твой? Ну да. Или чужой, это ребенок. Кого ты винишь в этом? Ну, скорее всего, правительство Украины. Ну, и тоже, естественно, Россия, как бы, она просто отвечала на это все, грубо говоря. Как говорят российские оккупанты, мы просто отвоевывали свои территории, в этом я ничего такого не вижу. А Россия — это как помощь, даже, грубо говоря. У Украины есть НАТО, у нас есть Россия. Ничего личного. А как ты думаешь, что нужно для того, чтобы это закончилось? Чтобы твои сверстники через какое-то время говорили о музыке, о чем-то прекрасном, а не о том, о чем мы сейчас с тобой разговариваем. Я не знаю, сколько времени должно пройти до этого момента. Мне кажется, еще война затянется на 5 лет. А что нужно, чтобы все закончить? Нужно, чтобы либо Россия, либо Украина выставили какой-либо ультиматум. Ну и как-то... Выставляют. Вот Зеленский выставил ультиматум буквально вернуть сегодня. Вернуть территорию и... Вернуть Донбасс в Украину. Но я... Мне кажется, этого не будет. Почему? Ну, потому что это нелогично. Зачем тогда умерло столько людей, даже, ну, так, с детской точки зрения. Зачем умерло столько людей, что потом в один момент подписали соглашение, все, отдали обратно. А почему, например, ты не хочешь в Украину? Ну, мне там, допустим, некомфортно. Когда ты общаешься с ребенком, ну, он же ребенок еще. Но он ребенок, который говорит совершенно как взрослый. Совершенно. Я вспоминаю себя в его возрасте, я понимаю, что... А мне, оказывается, повезло вырасти без войны. А сейчас я у него спросила, общается ли он со сверстниками из Украины, хочет ли он в Украину. Но мы услышали то, что мы услышали. Я, честно, когда ехала сюда, больше всего боялась как раз того, что... Не получится честный материал. Что такое для меня честный материал? Почему я хочу сделать честный материал? Я не хочу, чтобы в Украине посмотрели и сказали, о боже, вот она сделала что-то, какую-то очередную, условно говоря, пророссийскую пропаганду. Но, словно, люди, которые уехали отсюда, думают по-другому. Мы просто ретранслируем точку зрения людей, которые здесь. И что еще очень важно, находясь все это время в Киеве, я, честно говоря, ну, это очень больно, когда ты видишь детей, которые бегают во дворах с игрушечными автоматами, с криками «давайте убивать русню». И от мысли, что дети растут в этом, и какими они вырастут, честно, у меня просто, ну, мороз по коже. Ну, что сказать, спала я плохо, проснулась в районе 4 утра от очень громкого взрыва. Смотрю сводки, более 24 фактов ведения огня,
Более 129 единиц различных боеприпасов по Донецку, в том числе установки «Град». 6 раненых гражданских. И такое здесь каждые сутки. Мы уже привыкли ко всему, поэтому нам это не страшно. Как это может быть не страшно? Вот вы знаете, вот я это здесь... это наш центр, что мы спокойны. Это наше. Ну, а здесь же прилеты каждый день. Вот вчера буквально... Понимаете, Киевский район очень большой, так что... Как вы там всем живете? Там уже не страшно. С 15-го года мы здесь. С 14-го. Постоянно. Ну, вот я слышу, это как раз прилет только что. Правильно? Это где-то там. Да там далеко. Это возле аэропорта. Так мужчина вчера здесь погиб, вот в этом районе, недалеко от вас. Ну, мы знаем, что в Киевском, а где? Нам же по телевизору не говорят Киевский район, а Киевский район большой. Мы знаем, что в Киевском районе, да, погиб мужчина, и 3 человека ранены именно в Киевском районе. А где именно, мы не знаем. Ну, вот надо сходить в магазин, кошки купить. У меня кошка голодная, а вот сегодня не решилась. Так что соседка звонит, старушка, что если что, мне купишь что-нибудь. Ну, сегодня не пойдем. Так что... Почему не уезжаете? А я куда? Работаю. А куда здесь уезжать? Рядышком работаю. У меня кошка. Это же у меня же две старушки живут. Одной 92 года, другой, она лежачая вообще, другой 84. Куда их? Что, их бросить и уехать? После 24-го намного стало сложнее? Вы имеете? Ну, с начала эскалации стало гораздо сложнее, с началом войны. Хотя, я думаю, война здесь все эти годы. Вы знаете, моментами, конечно, иногда бывают такие моменты, что стали стрелять больше, как в 16-м году. Вот так бывает, так и да. В Украине уверены, что нужно возвращать Донбасс в Украину? Да пусть они будут никогда к ним, Донбасс, никогда к ним, Донбасс. Мы им никогда не простим то, что они сделали с нашими... У меня кладбище возле аэропорта, у меня там отец похоронен и мать. Я им никогда не прощу то, что они сделали. Там кошмар, что творится. Там вообще ужас. И мы не можем туда попасть. Я уже 4 года туда не могу попасть, потому что там просто кошмар. Вот, собственно, квартира, в которой я живу в Донецке, и сообщение, которое мне пришло вчера. Внимание, вода в город Донецк будет подаваться один раз в 3 дня с 19 до 21. Значит, сегодня, как, собственно, и вчера, я буду мыться вот так. Честно говоря, никогда о себе бы не подумала, что для того, чтобы помыться, мне будет достаточно одной кастрюли воды. Вот такая история с невероятным количеством баклажи в каждой квартире Донецка. И, честно говоря, одно дело перетерпеть пару дней, когда ты знаешь, что потом уедешь. Другое – жить так постоянно. Эту воду носим. Воду нам поставляют и так дают нам раз в 3 дня. Ну, раз в 3 дня сейчас дают, да. А так все равно воду носим. Ну что? Никто не сказал. Вот, допустим, мы даже добивались. Скажите нам, пожалуйста, у нас 15 дней нету тепла, отопления. Скажите причину, чтобы мы вас не беспокоили. Но нам же никто ничего не говорит. Цены в магазинах видели какие? Цены даже дороже. Сходите, посмотрите. Это ужас. Это ужас. Как можно на эти копейки жить здесь вообще? А получая 10 тысяч, что можно на 10 тысяч купить? И лекарства, и покушать. Можно? Когда я сюда приехала, первое, что пришло в голову, что это заброшенный Богом район, судьбой, и что здесь нет людей. И в какой-то момент я вижу проезжающие автобусы, и в нем люди. И ты понимаешь, что они здесь живут под аккомпанемент постоянных прилетов и отлетов с постоянным запахом пороха. Я была и в Буче, и в Ирпене, ну, безусловно, уже после того, как это произошло. Дико цинично сейчас говорить о том, что выглядит страшнее. И, наверное, у меня нет морального права, но то, что я вижу здесь, угнетает гораздо больше. И это страшнее. Если это вообще слово применимо, если вообще можно так говорить. Трудно живет Донецк сейчас, но дом боевой у Донецка. Надеемся, что будет хорошо. Да. Мы хотим, чтобы было хорошо. Мы живем надеждой. Да. Надеждой. Надеждой. Хотелось бы побыстрее мира. Господи, пошли на мира. Здоровье, счастье. Чтобы все дети были счастливы, улыбались, смеялись. Чтобы вы, если бы у вас была возможность людям провора в Харькове, во Львове, обратиться к ним, чтобы вы им сказали? Что надо думать не только о себе, но они считают, что мы здесь вообще не любим.
Хай даже тот же президент будет сидеть под Украиной. Или колючие, как Тимошенко говорила в свое время, колючие кругом Украины. Ну вот, что можно говорить? Понимаете, там же никакой информации в Украине нет. Там люди думают, то, что вот действительно мы их ненавидим, мы их, что там, что так действительно мы... Там просто власть. Она говорит, если бы вы знали, как вас здесь ненавидят. Они там, ну я не говорю за всех, делят, к примеру, детей на наших и ваших. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Я дітей не ділила ніколи. Діти – це діти. Діти нічого не винуваті. Ні там, ні здесь, ні где-либо. Що нам сказати? Вони нас все одно слухати зараз не будуть. Вони не будуть. Хоча от у нас родственники є і в Вінницькій області, і от в Конотопі у мене племянник. В Конотопі розуміє племянник, що він за нас. Он знает. Понимаете, знает, да. Дело в том, что, а конечно, люди область, жили нормально да, там. Да. Нормально раньше. И мы жили нормально. Ну, пока не бомбили. Все вот ну, бомбежки, конечно. Пока не начался да. Вот этот Майдан. Все. Да. До этого мы жили нормально. Там родственников много. Как я могу их ненавидеть? У меня мама украинка, чистокровная. Отец с России, с Калуги. Как я могу их ненавидеть? У меня друзей много там в Украине. Как мы можем их ненавидеть? Если мы здесь всю жизнь жили, с 65-го года мы здесь живем. Это же тоже была Украина. Что люди, одумайтесь, включайте мозг и давайте, наверное, жить все-таки вместе. Я хочу просто пожелать им мира, добра, в душе покоя, и чтобы они наконец-то начали понимать нас. Мы не против народа. Люди есть люди, все. А верхушка, Господь думает. Ну вот все эти 8 лет нам говорили, что мы пропагандисты. Да, мы говорили о том, что этих людей нужно услышать. Нам говорили, вы пропагандисты. И сейчас я слышу от обычных людей, что нас не слышат. Чему нас не слышат? Чем мы хуже, чем вот те люди? И у меня нет ответа на вопрос, а почему так? Сейчас Украина уверена, что вернет Донбасс. Что вы об этом думаете? Я бы не хотела. Мы не хотим, чтобы он вернулся в Украину, мы не хотим. А зачем нам это? Мы не хотим. Мы хотим жить. Зачем мы хотим жить в Донецке. Да. Мы не сможем жить в том режиме, который там сейчас находится. Если бы просто Украина, как было раньше, как мы единый народ, как в Советском Союзе, то я думаю, бы народ бы согласился. А так как сейчас, это идет раздор между людьми, которые не нужны никому. Только по состоянию на октябрь, по данным донецких СМИ, с момента эскалации погибло 480 мирных граждан, среди них 23 ребенка. Какие травмы среди гражданских в основном? Ну, в основном это сочетанные повреждения. Вот когда идет и черепно-мозговая травма, сотрясение там головного мозга, иногда проникающее. И повреждения, конечно, конечностей, туловища. Таких пациентов, конечно, большинство. Вообще, самые сложные дни, я их помню, наверное, не забуду никогда. Это время, когда вот были бои за Мариуполь и Волноваху. Ну, нам привозили ребят раненых по 20, по 40 человек. Плюс еще потом начали привозить вот тех раненых, которых находили, гражданских, вот под завалами в домах. Через несколько суток это уже там раны были совсем другие, не свежие. И настолько это было морально тяжело. Вот представляете, когда детей привозят, вот, а ребенок там неделю где-то в подвале пролежал, у него там сдавление конечности, вот тут надо делать ампутацию. Либо привозят, а видим, это пулевые ранения. То есть в детей стреляли целенаправленно. Но такие дети были. Их было достаточное количество. Очень было это все больно, тяжело осознавать, смотреть, видеть. А приняли бы сюда солдата с украинской стороны, если бы он получил серьезную травму? Вы знаете, ну, я вам скажу, что не просто принял бы. Мы принимали военнопленных, раненых. ВСУ. Помощь нужно оказывать, конечно, всем. Но наказание должно приходить по делам его, да, как в Библии говорится. Наверняка у вас была бы возможность в более спокойное место уехать, например. Были ли такие мысли? Вы знаете, я никогда такой вопрос даже себе, ну, не ставил. Потому что, конечно, только Донецк. Потому что мы работаем здесь. И трудимся вот
ради наших людей. Самое дорогое, что есть здесь, это наши люди, наш народ. Знаешь, наверное, конечное поле боя – это сам человек. Должен измениться человек, чтобы что-то изменилось. И когда я слышу от медиков в Донецке, что им приходится оказывать помощь тем, кого они все же винят в своих бедах, и они это делают, это, наверное, самое главное и то самое главное, что я хотела здесь услышать. Жаль, к сожалению, что это не означает, что это путь к тому, чтобы что-то закончилось. Бои за Мариуполь шли 86 дней. Я здесь 10 минут, и, честно говоря, в это невозможно поверить. Город напоминает декорации к фильму «Катастрофе». И я хочу просто спросить у местных жителей на улице, как это было. Девушки, здравствуйте. Мы снимаем фильм о жизни в Мариуполе. 10 минут, как приехали сюда, и, честно говоря, пребываем в невероятном шоке. Как вы здесь живете? Потихоньку. Вы приехали или Нет, все это время были все здесь? Все время были здесь. С февраля по май? Да. Расскажите, пожалуйста. Ну, словами как бы рассказать тут сложно немножко. Где вы все это время находились? В подвале. В Украине говорили, что проводится эвакуация. Нет? Я думаю, это не одна. Я скажу, что в Украине про эвакуацию я не слышала. Даже когда вроде как поезда ходили на Львов. Честно говоря, не знаю. Мы видим разрушенные дома, камня на камне нет. Кого вы в этом всем вините? Ну, я думаю, правительство Украины. Почему Украины? Ну, потому что они же привели к этому всему. Что вы имеете в виду? Ну, им же ж не жилось спокойно. Захотели приключений, вот приключения получили. Только не они, а мирные люди. Как вели себя обе стороны? Вы можете рассказать? И военные из России, и военные из Украины. Вы же это видели? Ну, честно говоря, мы находились дома, потом ушли в подвал, и как бы нам не пришлось общаться с военными, ну, с украинскими точно, а с российскими военными, ну, уже после, когда мы вышли с подвала. Как бы, ну, обращение человеческое. Где сейчас живете? Какие условия жизни? Живем у подруги. Она разрешила пожить. Условия, ну как, ни отопления, ничего нет. Свет только дали. Свет, вода. Зеленский заявляет постоянно, что вернет Донбасс. Что вы об этом думаете? Я думаю, не вернет. Ну, не вернет. Надо было его не терять, чтобы возвращать потом. Вы же жили все это время в Украине. И сейчас говорите, что... Да. Почему? Ну, отношение поменялось. Из-за чего? Ну, я не считаю нормальным, чтобы обстреливать мирных жителей. В разгар прям боевых действий у нас приходили люди, которые находились в многоэтажках на Кирова, вот здесь. И они приходили среди ночи, потому что, ну, это с их слов, их обстреливали именно вот азовцы. Почему? Вы не бачите, як живе Маріуполь? Бачимо, що дуже все страшно. Може, ви хоча б кілька слів нам скажете? Не хочу нічого. Нічого не хочу. Я так уже расстраиваться. Не в детстве не было детства, и в старости нет жития. Задавили. А вы все это время были здесь? Я родилась тут. Я и замуж вышла, и детей порожала тут. И дети институты покончали. Где мои дети? Болтаются по всему белому свету. С февраля вы были здесь? Конечно, я была. Можете рассказать? Что рассказать? Я втекала от бомбы, от снарядов. Снаряды летели в хату, побили в ці гардини. Ні печки, нічого. Як можна жити на 12 тисяч? От далі 12 тисяч. В заводі Ілліча всю життя проработала. Всі мої діти і все. Кого ви вините в этом всьому? Кого? Всіх цих бандитів. Кого? Що, вони не могли сісти за стол переговорів? Унічтожили все наше. Наших дітей, внуків, все. Що можна ще сказати?
Подивіться, Чорний город, який у нас був цвітучий город. Ви думаєте, можна було збіжати там? Конечно. Як? Ну як? Якщо б менше крали, менше воровали. І жили б як люди. Как вы здесь живете? Мы также в шоке. Сейчас живем с радостью, с большой, потому что вернулись домой. Привыкли, наверное, уже к всему, ко всему разбитому. Жили тоже с детками в подвале, все как и все, в принципе. Дома нам не ремонтируют пока, ждем, не знаю, надеемся. Расскажите, как вы это пережили? Так, было очень страшно. Естественно, взрывы, выстрелы. Кого вы вините в этом? Ну, наверное, Украину, а кого еще? Почему Украину? Ну, потому что они бомбили по своим и знали, что будет. Никто ничего не предупредил никого. Что вы тогда чувствовали? Ну, что мы чувствовали? Что мы не защищены, в первую очередь. Бросили и все. Да. А произвол? Самое страшное было, что по нас, ну, по всем стреляли украинцы. По домам, где находились детки в подвалах, вот, в многоэтажных домах. Просто сидели в подвале, там и рожавшие были в этот момент. Твари, мрази, закрой рот, вот такое было. Вот у меня кумы мама принимала роды у девочки. Они кричали, мразь, заткнись, не выпускали деток ни чая вот на костре, вот на улице Артема у нас здесь, совсем рядом, в подвалах. А ну, вы уверены, что было. Это была Украина? Ну да, по форме была Украина, они же там изначально занимали оборону. Под горящим домом сидели люди в подвале. А бомбил кто? Украина. Вам хочется, чтобы я слово? Украина, Украина. Все сделала Украина, ребята. Нет. Ну, я хочу понять вообще, что... Честно, я клянусь вам. Просто пытаюсь понять, потому что я... Как мы понимаем, вот моя кума лично видела, и там были люди, которые вот в бомбоубежище прятались, что это все сделала Украина. Они стреляли, они... Квартиры ломились, и люди становились вот так вот, чтобы не заходили в их квартиры, но было бесполезно. Они говорят, не отойдешь, убью. Ужасные вещи вы рассказываете. Эвакуироваться можно было? Была организована? Можно, но... Эвакуация? Это было, да, опасно очень. Надо было бежать, бог знает куда, и к метро, это вообще другой конец города. Люди пешком, конечно, шли, слезно останавливали машины, на машины падали. Сейчас Украина уверена, что вернет Донбасс. Что вы об этом думаете? Мы очень переживаем и не хотим этого. Просто второй прятаться нам не некуда больше. Этого. Вот и все. Просто да, если это лучше будет второй повеситься раз, мы больше самому. Уже... Если бы можно было обратиться к власти России и Украины, что бы вы сказали? Защитите нас, пожалуйста. Не отдавайте нас больше Украине. До свидания. Я очень хорошо понимаю, что не все готовы говорить, что они думают, но я видела сейчас эти слезы и, наверное, что тут еще скажешь? Вы были все это время? Да. Расскажи. Когда громили наши дома, вот так вот стали две этажки. А сейчас наши дома вообще разрушены и обгоревшие полностью. Мы подали заявление на разрушенное жилье, вот ждем квартиру. Живем сейчас у знакомых. Без жилья, без вещей, без чего. Чтоб смогли, то бы бежали. Расскажите, пожалуйста, эвакуацию пытались организовать, когда все начиналось? Никто не предлагал нам ничего. Нас вот эти выгнали когда? 20 марта. Пришли нам, сказали, освобождайте квартиры, иначе через 5 минут вас тут никого не будет. Но кто у нас сказал? Девятиэтажка вот на автостанции. Кто сказал, Толь? Нации, украинские вояки. Украинцы, вот эти, которые, я их называю фашисты. И мы убежали, все. Ну, мы же думали, убежим, где-то пересидим и вернемся назад. Ну, когда вернулись, уже все, ничего, ни жилья, ничего. В чем были, в том и убежали. Вот это мне соседи дали вещи. Вот кроссовки мужские и все прочее. В общем, остались с бомжами. Ждем квартиру. Когда дадут, неизвестно. Кого вините в этом все? Ну, где же было разжигание ненависти между Востоком и Западом? Ну, город прекрасно жил до этого всего. Прекрасно жил, нормально все было. Пенсии получали, работали, ну, как бы нормально было. С азовцами вы сталкивались? Ну, вот это ж там кто сказал? Ну, у нас мы пробежали через этот дом, а там жили азовцы. Минометчик. Они выходили на кладбище, обстреливали дома 360 градусов там.
по все стороны. Куда попадет? Зачем? Выстрелил 1-2 трасс, как инфраструктуру разрушать Мариуполя. По мирным домам, вот здесь даже там-то вокзале. А в чем жили. Смысл Украине было обстреливать мирно? Ну, а это надо у них спросить. Ну, а зачем они разрушали? Там же не было ни ДНР, ни России, никого не было. Вообще никого. Они разрушали, чисто разрушали Мариуполь. Сейчас Зеленский уверен, что Украина вернет Донбасс. Что бы вы ему сказали на это? Дурак думкой богатеет. Я думаю, что не вернет. Ну, вы жили все 30 лет в Украине. Ну, жили нормально. Не знаю, для чего эта война, кому она нужна. Нам лично не нужна, и мирному населению она не нужна абсолютно. А кого вините? Правительство. А кого винить? Они должны были найти язык между собой, чтобы были люди живы. Я очень хорошо знаю, что Мариуполь был достаточно процветающим, хорошим городом. Здесь все было хорошо. И, откровенно говоря, для меня огромный шок слышать, что люди винят случившемся Украину. Я не понимаю, что должно было произойти, потому что я точно знаю, что город был проукраинским до 24 февраля. Никто, за, наверное, малым исключением, в Россию не хотел. И теперь они говорят, что они не хотят возвращаться в Украину. Что здесь такое случилось за это время, я не понимаю. Ну, я могу попытаться тебе объяснить. Когда первый раз у тебя автомат поставляют на мирных жителей, люди, которые находятся в форме ВСУ или в форме батальона АЗОВ, это очень быстро перещелкивает сознание людей. Как вы здесь держитесь, это самый главный вопрос. Нормально. Работаем, живем, все нормально. Вы были в Мариуполе? Да, я была с самого начала и до конца, и до сегодняшнего дня. Где были все это время? В подвале. Сначала в своем доме, а потом, когда дом расстреляли, перешли в другой подвал. Дом расстреляли? Да, расстреляли 17 числа. Кто? Танк. Расскажите, как вы это пережили? Девушка, не стоит. Я не хочу это вспоминать, я не хочу заново теребить все это. Не хочу измениться. Мы видим здесь, честно говоря, картину, которую просто невозможно описать словами. Нет, это еще нормально, все хорошо. Вы не видели то, что было когда-то. Я имею в виду после того, как освободили Мариуполь. С военными приходилось взаимодействовать? Как понять? Ну, очень многие нам здесь рассказывают, что их выселили. Нет, меня никто не выселял, и мне плохого никто ничего не делал, военные. Как думаете, можно было этого избежать? Я думаю, что нет. Почему? Ну, к этому шло все. Вернее, надо было это делать раньше. Еще в 2014 году. А не допускать до этого. Когда уже... Ну, мы видели по Мариуполю, он очень сильно укреплялся. Очень. Расскажите. На что я вам могу рассказать? Укреплялся в смысле, что завозилось вооружение? Да, было вооружение на заводах устанавливали. И на левом берегу правый сектор был. Когда? База у них там была. С 2014 года там она была до последнего дня. Так что... Эвакуацию пытались организовать? Украинская власть Нет, говорила... никто ничего не пытался. У кого были свои машины, тот, конечно, воспользовался этим. И то, как говорится, коридоров я не слышала, потому что среди нас в доме вот жили, ну, как милиционеры, и они бы свои семьи вывезли. А то они просто некоторые бежали уже под обстрелами. Может быть, вы знаете, сейчас Зеленский часто заявляет о том, что Украина вернет Донбасс, в частности, Мариуполь. Пусть попробуют. Я думаю, что этого не будет. Как вы думаете, как можно все это закончить? Ну, я уверена, что Зеленский не пойдет ни на какие переговоры. Почему? Я больше, чем уверена. А ему не позволят. Вы знаете, для меня большой шок. Я из Киева. Угу. Я очень хорошо знаю, что Мариуполь был достаточно процветающим городом по сравнению со многими городами. Да. И я знаю, что он был настроен, в принципе, проукраински. Сейчас, общаясь с людьми, я слышу о том, что многие из них
Да, многие отказываются говорить, но многие говорят, что они не хотят в Украину. Хотя прожили с Украиной 30 лет. Честное Можете слово, объяснить, вот почему? Не хочу. Просто не хочу. Это после того, что здесь происходило с февраля? Да. А что такого должно было произойти, чтобы люди не захотели в страну, где жили 30 людей. Лет? Не бросать и не расстреливать напрямую. Что я, допустим, сделала Украине, что украинский танк начал расстреливать мой дом прямо в упор. Что я ему плохого сделала? Они прекрасно знали, что там дети. Они заезжали во двор, мы их выгоняли со двора, чтобы они уезжали отсюда, потому что в подвале находятся дети, в доме находятся дети. Ведь нас бросили, Мариуполь. Бросили, вы понимаете? Самый первый день войны нас бросили. У нас ничего не было. Ни пожарников, ни, как вам сказать, скорая помощь не ездила. Ее дом расстрелял танк. Если бы мы услышали это, например, от нее в Харькове, или в моем родном Николаеве, или в каком-то другом городе, дай бог, там не будет танков. Это было бы одно. Сейчас мы это слышим в Мариуполе. И я очень хорошо понимаю, что на моей родине этого не захотят слышать или придумают, что это все вот неправда, или что этих людей мы, я не знаю, наняли актеров, но, по-моему, видно, что это не актеры, что это обычные люди. Но мы слышим то, что слышим, это абсолютно непридуманные истории. Честно говоря, сказанное жителями Мариуполя повергло меня в шок. До 24 февраля город был проукраинским. Подчеркну, некоторые люди отказывались с нами говорить. Но что в итоге? Россия называет Мариуполь городом-героем, Украина называет Мариуполь городом-героем, а людям не нужно это геройство. Они просто не хотят повторения ужаса войны. За 30 лет жители Донбасса успели пожить в 4 странах – СССР, Украина, Республики, Россия. И на каждом этапе изменений жителей Донецкой и Луганской областей называли непатриотичными, людьми второго сорта, сепаратистами. А по факту они просто хотели уважения, они просто хотели жить. Работать, кормить свои семьи, растить детей. Пообщавшись с людьми из Донецкой и Луганской областей, я поняла кое-что важное. На их долю выпало бесчисленное количество испытаний, и оттого эти люди так ценят эту жизнь. Это сильные люди. Вот так высокомерие и гордыня одних привели к катастрофе для других. И пока это будет продолжаться, вернее, если это будет продолжаться, земля сравняет всех. Ты понимаешь, что после того, как этот материал выйдет, тебя назовут предателем, тебе будет окончательно закрыт въезд в нынешнюю Украину Зеленского? Наверное, если бы я не оказалась здесь, я бы предала себя. Почему? Потому что все эти 8 лет мы освещали все, что происходит в рамках Минского процесса, все, что происходит на Донбассе, но я не была здесь, и, наверное, это не было до конца честно. Меня уже называют предателем за то, что на протяжении этих лет мы просто говорили, что нельзя заигрывать с войной и нельзя не обращать внимания на Донбасс. После 24 февраля я не люблю об этом рассказывать, но это было очень сложное время для меня в Украине. Да, я в списке коллаборантов, да, я на миротворце. Не хочу рассказывать об угрозах, нападениях и прочем-прочем, но... Дело же не во мне, дело в том, что случилось так, что выступать за мир в моей стране вдруг стало предательством. Я бы очень хотела, если бы у меня была возможность сейчас поехать в мой родной Николаев, в мой любимый Киев или Харьков и сделать такой же честный материал. Но я не уверена, что у меня это получится. Но я очень, если это правильное слово, я очень рада, что я смогла пообщаться с этими людьми. Я точно знаю, что моя профессиональная деятельность очень изменится с этого момента, потому что я правда поняла для себя что-то очень и очень важное. Люди, которые 8 лет живут не только под обстрелами, а и в полной неизвестности, что будет завтра, невероятно сильные, гораздо сильнее, чем, наверное, я и чем многие из тех, кого я знаю.